Дивен Бог во святых своих, и почитаются они в разных краях разными людьми. Так и святого великомученика Георгия Победоносца почитают во всем христианском мире. На Руси строить храмы и монастыри в его честь начали еще в XI веке. Святой великомученик Георгий Победоносец является самым почитаемым святым на Кавказе. Например, в Древней Грузии не было ни одного холма или возвышенного места, на котором не стояла бы церковь во имя святого Георгия. Поэтому в средние века греки и европейцы называли Грузию Георгией. Имя Георгий является одним из самых распространенных на Кавказе и когда-то было династическим именем правителей. Считалось, что пользующийся небесным покровительством Георгий ни в чем не будет знать поражения. В связи с этим интересна надпись на перстне с изображением святого царя Георгия III. «Святой Георгий, я, Георгий, надеждою на тебя побеждаю врага». Почитание святого Георгия на Кавказе началось на заре христианства. Просветительница Кавказа, равноапостольная Нина, была двоюродной сестрой Георгия Победоносца. Из ее уст народы горной страны узнали о жизни и мученичестве ее великого брата, о страшных пытках, которым подверг святого Георгия император Диоклетиан, о заточении в темницу, жестоких побоях и колесование мученика. Когда его привязали к колесу, утыканному ножами и мечами, и при каждом его вращении лезвия глубоко вонзались и разрезали тело. Но Георгий перенес все эти мучения и не отрекся от Христа. Согласно устному народному преданию, тело святого Георгия было расчленено на 365 частей и разбросано повсюду. На этих местах по числу дней в году и были воздвигнуты многочисленные храмы в его честь. Издревле они окружены особой славой и почитанием. Рассказывают, что всадник, даже если он преследовал врага или спешил передать важную весть, останавливал на всем скаку коня перед храмом святого Георгия, чтобы осенить себя крестным знаменем и попросить святого о помощи. Некоторые храмы святого Георгия войско возводило по обету после победы. Полководцы и цари участвовали в этих работах и носили камни для постройки храмов. В этом месте, в современной Абхазии, в селе Илор, до сих пор находят старинные мечи, доспехи, обломки копий времен Георгия Победоносца. А знаменитый древний илорский храм, говорят, построен на том месте, где святой Георгий разбивал свою палатку, когда был в этих землях. И вот этот храм, ему 1300 лет, вот этому храму. И нашествие и арабов было, и турок было, и кто только сюда не нападал на Абсилию. Абсилия называется, Абхазия – это Абсилия. Греки называли ее Абазгия. Вот это храм 8 века. Это греческий храм вообще-то, в принципе. Построил его такой был епископ Стилит. Вот этот забор, колокольня, сам храм. Здесь вот, сейчас мы тут цветы растут, а здесь вот обнаруживались могилки раньше. Вот. Сколько веков все хоронили здесь. Вот видите, здесь у нас вот 105-летний монах вот похоронен, Георгий. Мы
Абхазы, любители легенд, сочинили предания и для этого святого места. Одно из них рассказывает о том, что послужило причиной строительства Илорского храма. Местный князь в лесу во время охоты ранил оленя. Убегая, животное скрылось в зарослях. Охотник преследовал его. И следы привели к развалинам древнего святилища. Князь увидел раненого оленя, положившего голову на престол с высоченным крестом в алтаре, и понял, что животное находится под покровительством самого святого Георгия. Князь оставил жертву и приказал воздвигнуть на этом месте храм в честь этого святого. С Илорским храмом связано не только много легенд и преданий, но и множество чудес, происходящих и в храме, и около него. Вот сейчас, где у нас алтарь находится, значит, здесь самого палатка была Георгия Победоносца. Для усмирения был он сюда брошен местных аборигенов. Абсилия когда-то, Абхазия, была колонией Рыма. Здесь воды не было. Воду возили в бурдюках с речки за 2 километра отсюда. Молиться он стал, и вот шквалом ударила от этой вода. Здесь бесноватые исцеляются. Вот был у нас такой случай, когда здесь у нас каждый четверг идет большая отчитка. И летом паломники, много паломников, значит. И молодые двое подошли, значит, набрали ведро воды. Он попил воды, а что осталось воды, взял на свою невесту, брызнул ее. Она стала на четвереньках и начала лаять. Он как бы проснулся в ней. Ну, кроме этого, много чудес здесь бывает. Человек хромой был, туда вливался, месяц целый здесь жил, исцелился. Без палочки стал ходить. Глаза моют там. В общем, вот такая вода у нас. Вот. Еще одно чудо этого храма – мироточивые иконы. Благоуханная мира источает сразу несколько святых образов – Божией Матери, святого Георгия и теплого нашего заступника Николая Чудотворца. Мира прямо струится с икон, истекает обильными потоками так, что в первую минуту, пораженный чудом, думаешь, что иконы просто отпотели. А глянешь на пол, так и вовсе в голову придет мысль, что, наверное, в храме худая крыша, и поэтому возле икон дождевые потоки. И лишь божественный аромат этих потоков, наполняющий весь храм, не даст усомниться, что это еще одно чудо Господне. Много легенд связано с необыкновенной иконой святого Георгия Победоносца, которую в народе прозвали Илорской. В старые времена эта икона разрешала споры конфликтующих сторон посредством золотых весов правосудия, висевших посреди церкви. Противники становились под весами и молились перед иконой, которая склоняла чашу весов над головой праведного. Но однажды один нечестивец решил обмануть икону. Он занял у соседа деньги и не возвращал их. Когда они оба предстали перед иконой, должник передал соседу посох, куда спрятал деньги. И чаша оправдала его. Тогда он взял свой посох и вышел из церкви. Илорская икона обиделась на мошенника, и весы чудесным образом вознеслись на небо.
Рассказывают, что на некоторых территориях Кавказа до сих пор сохранился этот обычай, согласно которому на суде должна была присутствовать икона великомученика, как правило, список Силурской иконы святого Георгия. О чем сегодня просит святого великомученика Георгия Победоносца многие паломники, приезжающие в село Илор? Зачем устремляются они в этот древний край легенд и преданий, в земли, так напоминающие своей красотой рай на земле? Что хотят они здесь отыскать? Вдали от городской суеты, среди высоких гор и огромного синеющего неба можно еще раз прочувствовать и вновь понять для себя самые главные слова Спасителя: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам».